Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 61. odcinku Pograjmy Ludzie z Górniczej Doliny. Odprowadzamy oczywiście tutaj Hugo i dwóch kopaczy do górskiego obozu. Pamiętacie, jak na początku Pograjmy Returning 2.0 zawsze mówiłem jeszcze, że jest to wersja angielska autotranslate? To tutaj powiem coś w stylu wersja testowa. Normalnie przetłumaczona, czy coś, taki suche. Na pewno was wszystkich rozbawił. Dobra. Trochę tu się ciemno robi, dlatego też jak już odprowadzimy całą tą bandę, to od razu idziemy się przespać. Nie wiem, czy w górskiej fortecy są jakieś łóżka, nie zwracałem na to uwagi. Mam nadzieję, że są. A ty, Alefie, powinieneś mnie zaczepić na moście. I ciągle... O! Teraz zadziałało, no proszę. Вот это громади. Это есть горный лагерь? Впечатляет, правда? Не то слово. Спасибо тебе за помощь, парень. Думаю, дальше я уже и сам справлюсь. Удачи. Ну, ты знаешь, где меня найти. Дай мне пройти. А Гленцо? Как дела? Не так. После вечной темноты шахт этот форт не кажется мне таким уж мрачным. Dobra. Teraz Hugo, odprowadzimy ciebie tutaj. Dobra, Hugo, gdzie się odprowadzić? Mów. I co? No, tu się już pojawili ten obozowicze. Każdy raz odna i każdy nie tak. Кажется, мы пришли. Похоже, что все обошлось. Не отравлен был Отис, а стилет. Я рад этому. Не знаю, что бы я смог сделать. Я обещал тебе рассказать об Отисе. Хотя ты сам многое понял из нашего с ним разговора. Ну, не очень много. Мне не хочется об этом вспоминать. Но раз обещал... Отис выбрал из малолеток банду. Воспитал нас и сделал нас самой опасной бандой на всем Южно-Мертанском побережье. Он вытравливал из нас все человеческое. Он стравливал нас между собой. И когда он достиг большого могущества, он слишком много на себя взял. Он решил, что может ставить условия королю. И тогда за нас взялись по-настоящему. Нас начали вылавливать не местные охранники, а королевские паладины. Мы многому у Отиса научились, но нам было не устоять даже на кривых портовых улочках, где мы знали каждый закуток. Они не особенно нас искали, они просто выжигали трущобы, предварительно выгнав оттуда местную рвань. А те, кто уцелели, стали объектом охоты других банд, которые стремились захватить наши территории. Отис нас бросил при первой же настоящей опасности, и нас всех перебили. Похоже, что мне одному удалось уцелеть. Бывают люди, которым тяжело убивать. Бывают такие, кому убивать легко. Встречаются такие, которым нравится убивать. Но Отис — иное. Смерть другого человека для него ничто. Поэтому он не медлит ни мгновения перед тем, как убить. И поэтому он всегда успевает убить первым своего противника. Как же тебе удалось его убить? Сам удивляюсь. Видимо, я ему был очень нужен. Поэтому он промедлил какое-то мгновение. Это стоило ему жизни. Ты сказал, что он меня не тронет. Твоя смерть ему не была нужна.
Ты ему был нужен живым, чтобы разошелся слух, что Отис убил Гуга. И для чего? Ну, у меня в колонии уже сложилась определенная репутация, а Отис стал бы победителем Гуга. Хорошо, что все закончилось. Это точно. Я как будто начинаю жить заново, без страха встретить Отиса. Дай мне пройти. Добро. Я больше не слушаю. То зрекрутовать мутайсоновых хопков до обозу. Tylko fajnie by było zlokalizować tutaj łóżko. Będzie w ogóle jakieś, czy nie będzie? To jest kwestia dość ciekawa. Nie, nie będzie. Trzeba się przenieść do obozu na bagnie. Tamte zaniesiemy Darionowi miecz do naprawy. Poza tym można jeszcze mieć zanieść do Alexa. Jest to alternatywna opcja. W której Alex zamiast naprawić ten miecz, to wykona jego dokładny duplikat. Ale to jest już inna kwestia. Prześpimy się do południa, bo nie wiem, czy Darion będzie tu swoim... No... Ojej. Będzie swoim, swojej kuźni od samego rana. Także, a na pewno już od południa będzie pracował, także to nie jest problem. O, nawet idealnie tutaj stoi prosto przed nami. Posłuchaj, ty nie mógłby wzglянуть na этот miecz? У меня мало времени. Показывай. Вот он. Искусная работа. Желаешь перековать? Не хотел бы я оказаться на его месте. Ничего не учит. А ты сумеешь? Если ты сомневаешься в моих способностях, то нам не о чем разговаривать. Так ты хочешь перековать этот меч или нет? Это было не слишком умно. Да, сколько? Так, посмотрим. У тебя есть стальной бросок? Ага. А кусок серы? Да. Я думал, это выяснилось еще очень давно. У тебя есть все необходимое? Но за свою работу я возьму 30 кусков. Спока. Я хочу перековать этот меч. У тебя есть все необходимое. Но за свою работу я возьму 30 кусков. Вот все необходимое. Хорошо, давай сюда меч. Держись, что-то не то в этой истории. No, Darion się zgodził oczywiście przekuć miecz, ze względu na to, że mieliśmy wszystkie potrzebne do tego składniki, wziął tylko za robocizn na 30 brek rudy. Вот, как новенький. За тем, что говоришь людям. Похоже, назревает проблема. О, patrzcie, idealnie. Chciałem tutaj zeskrinować, nie zdążyłem, a... Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Послушай, у меня мало времени. Вот он. Не хотел бы я оказаться. Желаешь перековать? Некоторых людей ничего не учит. А ты сумеешь? Времена, когда если ты было совсем по-другому. Это было не слишком умно. Да. Так, у тебя есть. Ага. А кусок серы. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. У тебя есть все необходимое, но за свою работу я возьму... Люди всегда болтают. Я думал, это выяснили еще очень давно. Вот, как новенький. Люди всегда болтают. Добра. Мои дорогие, теперь принесем до обозу магов воды, ponieważ в смысле нового обозу, ponieważ там еще один знакомый будет хотел влиться до нашего обозу, więc myślę, że warto by było go zrekrutować. Chodzi mi tutaj oczywiście o Morta.
А ты не думал присоединиться к горному лагерю? Знаешь, пожалуй, сейчас самое подходящее для этого время. Я давно хотел осмотреть развалины старого форта. Так ты в деле? Разумеется. Увидимся в горном лагере. Чекайте, вот это можно. Эй, а что с моим делком? Эй, как насчет моей доли? Конечно. Вот, держи. Твое здоровье. Ищу. Dobra, i teraz pobiegniemy tutaj w kierunku starego obozu, gdzie odbijemy od... zaniesiemy Ralphowi jego miecz i zrekrutujemy go również do górskiego obozu. Szkoda, że nie można było wszystkich zrekrutować, w sensie Draxa, Radforda, Skorpiona, Kavalorna i Lokiego. Mielibyśmy wtedy naprawdę całkiem pokaźny obóz. Tak jak ten. Może nie taki wielki jak trzy pozostałe, ale zawsze coś. No to teraz już pędzimy do tego Ralpha. Mam nadzieję, że jakieś żadne potwory mi tu nie staną znowu na przeszkodzie. A jednak coś tu się znalazło. Szkoda, że nie można wziąć ani Renegara, ani Kurta do naszego obozu, ale to jest swoją drogą. No szkoda w ogóle, że ta linia zadaniowa skończyła się za szybko, no wiecie, bo miałaby się zacząć. Mieliśmy dostać jakieś zadania od niego, bo Kurt mówił, że będziemy mogli coś porobić, jak Renegar się zjawi, i w końcu nic z tego nie wyszło, także trochę głupio. Tych kopaczy tutaj też by można było zrekrutować, bo nie mają wejścia raczej do obozu z tego, co ogląda, ale twórcy o tym sobie zapomnieli. Мне удалось починить твой меч. Правда? Ну-ка покажи. Вот он. Мне нравится это оружие. Меч стал еще лучше, чем прежде. У меня немного руды, но я отдам тебе все до последнего куска. Ты это заслужил. Что насчет твоего вступления в горный лагерь? Считай, что я уже там. Чекайте, ты снова можешь сделать себе фотографию, по забраку кропки. Правда? Вот Добро. Он. Dobra, przeniesiemy się do górskiej fortecy. Ja больше nie słyszę wszystkiego. Jeśli ty думаешь. Mogłyby te szkielety poznikać. No, ale to jest swoją drogą. Powiedzmy Lesterowi o naszych uczniach. Я смотрю твоими стараниями, число вассалов барона Лестера растет. К вашим услугам, барон. Или как правильно? Ваше превосходительство? Горн узнает, умрет от смеха. Бери.
Teofila, ty masz coś mi do powiedzenia? Ральф решил присоединиться к нашему лагерю. Ральф, напомни мне, кто это такой? Это призрак из старого лагеря, который впал в немилость к Гомезу. Ну, у Гомеза многие побывали в немилость. Все зависит от того, за что. А за что это он впал в немилость? Помнишь книги магов огня? Да мало ли у них книг. Ну, слово господина, не всякое дерево с корней начинается. Вспомнил. Это те, которые еще особым образом читать надо было. Точно. Ну что ж, человек, который имеет отношение к книгам, наш человек. Что он всех оценил на подставе каких-то книжек, это трохи дивно, але добра. Маусер решил присоединиться к нашему лагерю. А кто это такой? Я такого не знаю. Это охотник. Кроме того, он торгует шкурами. Поставляет товар торговцам из всех лагерей. Охотник и торговец? Что же, это очень даже неплохо, что он решил к нам присоединиться. Он еще и книгами приторговывает. Книгами? Это говорит в его пользу. Пожалуй, мы стали настоящим лагерем. Ну да, чем мы не лагерь? Если учесть, как хорошо замок укреплен, то мы, пожалуй, сможем выдержать осаду всем гомезовским воинствам. Ну, я не особо силен в военном деле. Оборонять замки мне не приходилось. Феофил много книг об обороне крепости прочел. Кое-что порассказал. Да и Бальтару пришлось повоевать в свое время. Тоже разбирается. Без сенса, он еще не дончил нашего позора. Ну, тогда мы действительно стали настоящим лагерем. Ой, зникнул задание Гурский обуз, видите? Файне. Морт решил присоединиться к нашему лагерю. Где-то я слышал это имя. Не из нового ли лагеря? Из нового. Он следопыт. И торговец. Следопыт, да еще и торговец. Странный набор интересов. Он еще и магическими предметами интересуется. Понятно. Гробокопатель. Не очень мне не нравятся эти гробокопатели. Человек ищет знания. Не говори глупость. Выгоду они ищут, а не знания. Они больше сведений уничтожают, чем добывают. Так ты что, против того, чтобы принять его? С чего ты взял? Вовсе не против. Следопыт нам тоже пригодится. Новый лагерь понес тяжелую утрату, и, похоже, ты причастен к этому. О чем это ты? О том, что наемники просто светились от счастья, когда я сообщил им, что покидаю новый лагерь. Видел бы ты их рожи. Ха-ха-ха, твое здоровье. Чёрт, нет, Теофиль мне уйти, не вим, где. Кстати, а ты не встречал по дороге сюда Агнет? Нет, а что случилось? Да, напросилась она со мной в горный лагерь. Мол, в баре сыро, темно, и силы ста еще скотина. И только добрались мы до форта, как она избежала. Что за девка? Мне показалось, она не особо разговорчивая. Поверь мне, ты очень ошибаешься. Я казнул Агнет. Надеюсь, она скоро вернется, и ты сам в этом убедишься. О, тут есть что-то, бра. Не, то есть Мавзер. Феофин. Люди всегда. Каждый раз отправить. Сейчас выйдем на пентру.
если ты думаешь... К нам присоединились Сердик и Кадал. А это что за люди? Это замечательные люди. Познакомишься с ними сам. И чем же они хотелось бы узнать? Замечательные? Попробую рассказать в прозе. Ну, если в прозе, то они замечательны следующими своими умениями. Они умеют спотыкаться на ровном месте. Они наступят на каждую кучу. Понимаю, на кучу чего? Которая встретится на их пути. А если им доведется напиться, то заснут они у стены. Тут уж как повезет. Либо стена на них упадет, либо проходящий мимо падальщик обгадит. Замечательные, как я погляжу. Ты должен следить за тем, что... Так и я об этом. Так ты не против того, чтобы они тут обосновались? А с чего это я буду против? Замок-то, я полагаю, они не обрушат? Нет, разве что только сами в какую историю влипнут. А другим от них вреда не бывает. Вот и хорошо. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятность. Я предложил присоединиться к нам двум рудокопам. Замечательно. Для них всегда найдется место. Одного из них зовут Алик. Другого Глен. Прекрасно. Лишние рабочие руки в лагере не помешают. Им посчастливилось спастись при обвале в старой шахте. А что ты робишь? Если ты ищешь неприятности, просто подойди сюда. Эй, Морд, что ты зарубил? Убери эту штуковину и... Хорошо. Больше этого не делай! Еще... Ой-ей-ей-ей! Wow. Teraz pójdziemy do tego orka, co tutaj jest. Уршак, друг человек. Уг-раш, друг Уршак. Что-то у меня появляется все больше друзей среди орков. Так твое имя Уг-раш? Так, мое имя Уг-раш. Уршак, учитель. Уг-раш, ученик. А я думал, что другие орки изгнали Уршака. Так, Уршак, учитель. Уршак учить против Крушак. Дети духов против Уршак. А ты, значит, не отвернулся от учителя? Значит, Уг-раш долго ученик Уршак. Уршак мудр. Уршак постигать много-много знания. Ну, с этим мы разобрались. А от меня тебе что надо? Надо не Уг-раш, надо человек. То есть надо не тебе от меня, а мне от тебя, так? Так. Уг-раш принести книга язык человеков. Понимаю. А зачем ты даешь мне книгу? Орки убивать человеки. Человеки убивать орки. Плохо. Очень плохо. Да уж, хорошего мало. Мало-мало. Совсем нет хорошо. А при чем тут книга? Книга нести знание, знание нести мудрость, мудрость нести мир. Уршак мудр, Уршак говорит, человеки не враг, орки не верить Уршак, орки не мудры, потому убивать. А ты, значит, мудр как Уршак и не хочешь убивать людей? Уг-раш не мудр, но хотеть постигать мудрость, Уг-раш слушать Уршак. И постигать. Ну что же, хорошо, если и другие орки тоже будут слушать Уршака. Хорошо, много хорошо, но очень долго. Сейчас не слушать, а хотеть убивать Уршак. Но человеки тоже убивать орки.
Человеки не мудры, как друг. Друг мудр, и не хотеть убивать сначала Уршак, потом другие орки. Надо человеке постигать мудрость и не хотеть убивать орки. Надо орки постигать мудрость и не хотеть убивать человеки. Красиво говоришь, только как это сделать? Ты делать, но не сделать. Уршак делать, но не сделать. Сделать потом. Много-много лет и сделать. Ты хочешь сказать, что надо делать, а когда ты потом получим результаты? Так. Ну что же, разумно. Только знаешь что? Что? Тебе не со мной поговорить бы, а с Феофилом. Мудрый, знаешь ли, человек, много мудрее меня. Так. Я и книгу ему передам. Прочти и передай. Будет тебе знание, будет и мудрость. Прочту. А Феофил придет, ну, скажем, в полдень. Только вот не знаю, в какой день. Так. Уграш ждать полдень здесь. Уграш говорить Феофил. Феофил говорить Уграш. Только знаешь что? С ним придет Гуга. Так ты его не пугайся, но и веди себя смирно, чтобы он не подумал, что ты угрожаешь. Так. Уграш мирный. Уграш ждать и говорить. Ciekawe, spotkaliśmy orka, który jest uczniem Urszaka, chciał nam przekazać książkę jakąś, zaraz ją zobaczymy. To będą cię chyba wola Beliara tą trzeci, ale... O, jest. Jestem cierpieniem i radością, ponieważ przyniosłem do świata... W ciemności powstają złe uczynki. Bandyta wyciąga w nocy nóż ostry i czeka na nieostrożnego wędrowca. I biada temu wędrowcowi, któremu jego droga doprowadzi do tego bandyty. Czeka go nieszczęście, straci swój dobytek i swoje życie. A ciemność odkryje bandytę i pozwoli mu uniknąć sądu śmiertelnych. I za dnia będzie chodził wśród nich i będzie jednym z nich, ponieważ nie widzą jego postępków w ciemnościach nocy. W mroku nocy nekromanci niepokoją prochy zmarłych, zmuszając ich do cierpienia i robią złe czyny, bo zły to czyn niepokoić zmarłych i pozbawiać ich spokoju. Cień skały pada na pole i nie daje pole dobrego urodzaju i będą wszyscy cierpieć z głodu, ale cień daje odpoczynek zmęczonemu podróżnikowi. Co byłoby z nim na pustyni, gdyby nie spotkał na swojej drodze zbawczego cienia? Zmęczony pracownik prosi mnie o noc. Kładzie się w nocy spać i odpoczywa od pracy dziennych i nabiera nowych sił dla nowego dnia. No dobra. Teraz przenieśmy się znowu do ludzkiej fortecy i powiemy Teofilowi o wszystkim. Teraz pytanie, czy czytasz księgi? Czy też może... No proszę, czytasz księgi jak miło. Феофил, у меня для тебя подарок. Подарок? Да, думаю, он тебе понравится. Ты нашел третий том? Нашел. Ты не просто нашел третий том, ты нашел нечто большее. Что именно? Тут на книге стоит клеймо «Солнечное затмение». Ты знаешь, что это означает? И что же? Это означает, что эта книга из какой-то сокровищницы знаний. Откуда? Из сокровищницы знаний. Ты не знаешь, что это такое? Не знаю. Сокровищница знаний – это библиотека южно-американского храма Бицар. Если все остальные храмы именовали по названию местности, где они находились, то этот храм назывался просто «Эль Темпле Грандиоза» – «Великий храм». Это на древнеюзно-американском наречии. И что в этом интересного? А то, что эта библиотека бесследно исчезла во времена так называемой «Войны против сил тьмы». Мы с Гуга пытались найти ее следы, но безуспешно. И вот ты нашел ее след. Где ты взял эту книгу? Мне ее дал один знакомый орк. У тебя есть знакомые орки? Не очень много, но есть. Похоже.
Похоже, эта библиотека попала к оркам. Кстати, я могу тебя познакомить с орком, который дал мне эту книгу. Это было бы просто замечательно. А это безопасно? Совершенно безопасно. Кроме того, ты можешь взять с собой Гуга. Окей. Dobra. To by było, myślę, wszystko, moi drodzy, na ten odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Trzymajcie się do następnego odcinka. Co tu dużo gadać. Do zobaczenia. Albo i nie. Мне нужна твоя помощь. O. Ну? Я сейчас не могу появиться в болотном лагере. А мне надо передать туда весточку кое-кому. И ты хочешь, чтобы я это сделал? Именно. Только тут есть свои сложности. Что за сложности? Эти люди, а их трое, не хотят, чтобы кто-то посторонний узнал, что они помогали мне в деликатных делах. И как быть? Я дам тебе кольцо, по нему они тебя узнают. Только не забудь надеть его на палец. Как-нибудь не забуду. Походи по болотному лагерю. Если кто тебе скажет, они плохие, однако в этом году виды на урожай болотника, это и будет нужный человек. Скажи ему, наш друг обосновался в горном замке. И все? И все. Больше от тебя ничего не требуется. Ага, dobra. To teraz sobie zakończymy na tej kwestii odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia. Cześć!